И снова здравствуйте, и снова вы на канале «Сточка», и знакомим вас с лотом номер 2 «Socks and Tights for Women's Autumn Winter». Женский микс колготок, носков и цветков. Страна Англия плюс Германия. Вес мешка 3 килограмма. Количество 61 единица. Демисезон. И посмотрите, я выложила лот, как раз цветочки, по 2-3 штуки, размеры разные у них. И 35 по 38-й. И с 35 по 42, то есть размеры абсолютно разные. Белые, бежевые, черные. Вот такие вот лосинки 50 ден размер L. Колготки, смотрите, какие ажурные, в такой ромбик колготки. Размер колготок у нас L, 60 ден. Ден много, смотрите, и 70 ден есть размер XL, S-ки, 70 ден. В основном темные присутствуют цвета, есть вот графитовые. Вот такого плана термоколготки, 90 ден, размер 42-44 стоит. Вот такого плана тоже теплые, плотные, черные колготки. Ден тут, наверное, все тоже 100 есть. Такая вот XL колготки зима. Тен тоже много, смотрите, такой вот коричнево, с такой проседью цвет. Колготки бежевые по 20 ден, такие тоже нужны. Сейчас грядет череда праздников, то есть одеть тонкие колготки. Такие вот гольфы on size 35 до 42 размера. Вот такого плана в упаковке гольфы. Три штуки, размер 35-42. Вот так состоит этот микс. Он будет представлен на сайте и в Ютубе. Обратите на него внимание, просмотрите. Это сейчас актуальная тема, зима у нас идет. Колготки всегда нужны. И спасибо вам за внимание.